Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня я нахожусь в магазине Stockmann. В магазине огромный ассортимент товаров именитых брендов. И сегодня я предлагаю небольшой обзор обуви и одежды по спецпредложениям. Что интересного можно найти в магазине по акциям. Поэтому, если вам интересна эта тема, обязательно оставайтесь вместе со мной. Начинаю с обуви. Вот такие высокие ботинки на шнуровке по стоимости 6190 рублей. Эта цена уже указана со скидкой. Достаточно узнаваемый бренд. Следующая пара обуви. Белые ботинки на шнуровке того же бренда по стоимости 7190 рублей. Скидка составила 50%. Производство Китай. Большое количество классических ботинок, лоферов представлено. Также из классических моделей есть лодочки черные. Они очень качественно выполнены, 8250. А рядом стоят балетки с круглым носом. Это Tommy Hilfiger. Вот еще варианты ботинок Chelsea. Это также бренд Michael Kors по стоимости 16300, это стоимость уже со скидкой, полусапоги. Еще один вариант, также Michael Kors, но цена, конечно, далеко не бюджетная, потому что бренд не бюджетный, 17210, скидка составила 30%. И проходила мимо замечательных босоножек, просто захотелось вам показать. 9900, они не на распродаже сейчас, но были очень популярны в прошлом сезоне. Так, следующие, продолжу показывать ботинки. Много симпатичных моделей, 7190, скидка составила 50%, все тот же бренд. И самое интересная для меня модель. Вот такие классические ботинки грубые. 7490. Производство Китай. Ниже представлены казаки разных производителей. Terusarty. Очень мягкая кожа. По стоимости 9600. Скидка составила 50%, симпатичные. Есть вот такой вариант под змеиную кожу. Есть вариант с пряжками по стоимости 7990 рублей. Показываю вам производителя и всю информацию об изделии. Производство Индия. Этот вариант 12490. Многие из брендов я вижу первый раз. И вот такой вариант. Мне он очень понравился. И как раз таки в 39 моем размере 7290. И думаю, что да, я вернусь и обязательно приобрету их. Мне кажется, очень удобный каблук. А это я уже примеряю кардиганы. Я выбираю между двух вариантов. Один в таком бежевом цвете и другой в сером цвете. Долго я не могла определиться. Кардиганы также представлены на скидках. Имеют очень хороший состав. По стоимости 2790 рублей, скидка 50%. В составе альпака 6. Также я примерила вот такое пальто-пуховик с такими большими карманами, но на мой рост оно великовато, то есть мои руки не достают до дна карманов, но в целом модель мне понравилась, задумка, стеганая, симпатичная и цвет такой, ну, не мрачный какой-то, а серый, светлый. Универсальный, можно также
носить не без пояса, глубокий капюшон. И он очень теплый. Это зимний вариант. А сейчас я решила примерить пару тренчей. Вот такого песочного цвета тренч. А по ткани это 100% полиэстер. Не очень приятная такая блестящая, лоснящаяся ткань. А вблизи мне не очень понравилось на то, как он сидит. Мне очень понравилось. Как вам? Напишите. Показываю вам производителя и стоимость. Он не представлен на скидках, но решила показать вам также интересные варианты базового гардероба. И еще один тренч. Здесь уже в составе хлопок, но сел он не так хорошо и красиво, как предыдущий тренч. Зеленый цвет интересный. И, скажем так, он не так часто встречается, как бежевый, песочный. Поэтому тоже интересный вариант для базового гардероба. По стоимости 15 990, цена далеко не бюджетная, и все тот же производитель. Покажу вам несколько вариантов, которые представлены на распродаже. Вот такие юбки, юбки в складку, резинка на поясе. Мне кажется, это не очень будет удобно. Стоимость 990, и это с 60%. Интересная модель юбки. Юбка в бордовом цвете, выполнена из эко-кожи с имитацией запаха. И по стоимости 11 290. В магазине большой выбор пальто, хороших по качеству, по составу. И вот такой интересный вариант с поясной сумкой. Такое пальто представлено в сером цвете и в черном. По стоимости 28 990, и хороший состав. И такое же пальто в черном цвете. Необычно, интересно. Большое количество в магазине женственных платьев, блузок. Вот такой вариант мне очень понравился, но цена, конечно, пугает. Сейчас вам покажу. Так, по стоимости 18 990. Невероятная женственная блузка в таком молочном цвете этого же бренда. И вот такие красивые детали. Так, стоимость. Показываю вам бренд Майда Италия. 8 990 рублей. Черный комбинезон и вот такой летний комбинезон очень мне понравился. Мне кажется, должен хорошо сесть на фигуру. Еще один вариант спецпредложения. Вот такие блузы сейчас на распродажах. И сейчас адекватная стоимость на них. Такая блузка будет стоить 1790 рублей. Скидка 70%. Есть разные расцветки. В красном цвете. А с другой стороны распродажа классической коллекции. Пиджак по стоимости 4190 рублей, хороший состав, 43% шерсти,
На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Ну и чтобы мы с вами не потерялись, обязательно подписывайтесь на канал. Пока-пока!